Водная битва прошла в Иванове в единственный теплый выходной, но активисты молодежного движения сумели и без дождя вымокнуть до нитки. Правила боя простые. Участники, разделившись на две команды и вооружившись орудиями из подсобных материалов, должны были обливать друг друга водой. Будем поливаться из всего, что только можно. Ведро, бутылки, кто как что мог, хоть ладошками. Будет очень весело, увлекательно. Это у нас водный пистолетик, самое такое миниатюрное и, в принципе, безобидное из всего, что можно было принести с собой. Сначала команд было две, но в разгаре битвы было принято решение каждому воевать за себя. Из-за капризов погоды битву несколько раз переносили. Участников раз от раза становилось все меньше. В группе ВКонтакте мы создали мероприятие. И на нем многие ребята говорили, что вот будет холодно и прочее. То есть они не верили в погоду, скажем так. И из-за этого очень мало кто решил пойти. А также очень многие, кто сейчас заболели, простудились. Разгорячившись схваткой, ребята залезли в воду, распугав немногочисленных отдыхающих парка Степанова. Баталия проходила уже в реке. Организаторы призывали соблюдать правила боя и беречь дорогостоящую технику операторов и фотографов. Мы просим наших участников не брызгать водой в лицо, не драться, не толкаться, не пихаться, чтобы не было травм. Порцию прохлады и веселья, по задумке организаторов, могли получить все посетители парка. Но желающих промокнуть до нитки в пасмурный день оказалось немного. Впереди еще 2 месяца лета, рассказывают участники акции. Провести битву удастся и в более теплое время. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.